Нашла. Снимается маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла. Она очень истощенная, и она голограмму двигает впереди, которая питается ей. Понятно, голограмма. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Полину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Полины поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. На месте. Мы приветствуем Полину, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, но она как скована этой голограммой, она вокруг нее обтекаемая. Сейчас все сделаем. Я даю команду, сканер сканирует сейчас Полину, отключает эту голограмму до последнего чипа, датчика, импланта и конвектора. Все выводит из ее биополя вместе с сопутствующими энергиями. Пошел процесс, и как все выведет, голограмма отправляется в клетку-тюрьму. Она больше не как голограмма, а как какой-то костюм водолазный, на ней облегаемый. Оболочка. Этот костюм в клетке, Полину видно хорошо. Она говорит, чуть не задохнулась в нем. Все понятно, Полина. Сейчас будем разбираться. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Полины под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Полины. Находит все. У меня на руках цепи. Цепи на руках. Хорошо. Влад, разрежь цепи. Цепи отправляются в клетку-тюрьму. Готово. Демон. Хорошо. Кто у нас? Демон. Дальше. Демон и гуманоид. И гуманоид. Считай цифры у демона над головой. Сейчас, секунду. 12. Сколько ты находишься в биополе? 4 месяца находится. У нее в животе еще что-то. Канала нет, но у нее как каша там. Сила моего намерения локализируется то, что у нее находится в животе, подсвечивается красным цветом. Это чужеродная субстанция. Видишь ее? Это как отходы какие-то. Включая внутренний белый свет по линии 1, 2, 3, помогая по линии моей энергии выдавить эту субстанцию из ее биополя. Пошел процесс. Все это выходит и формируется в шар перед Полиной. Готово. Отправляя шар в клетку-тюрьму. Это как отходы, значит, чего? От разных органов. Угу. Они, знаешь, как кожа слазит, какие-то да. Отмирает и от нее отпадывают кусочки, вот эти они собираются в ней. Какие причины? Какая причина это воздействие голограммы или цепи или чего-то еще? Если ответственный присутствует в клетке, загорается маячок над клеткой. Они оба усугубляют развитие болезни и отмирания. Они оба, ты сказала? Да, потому что демон тянет этими цепями в свою сторону. Хорошо, паразит демон. Что тебе дало? Гуманоид свою. Что тебе дало право находиться в этом биополе? У тебя есть контракт с ней? У него нет контракта, но он ее дергает без конца, чтобы она его подписала. И он ее заберет с собой. Делает он это, когда она в неосознанном состоянии. То есть это сон или воздействие медикаментов. Демон, тебе не кажется, что ты сейчас перешел границу и тебя следует наказать? Например, обрезать тебе рога. Говорит, что это его работа. Какая твоя работа? Заходить к больному человеку? Утащить побольше душ вниз. Ты знаешь, ты не первый, может быть, даже не 500-й демон, который здесь находится в клетке. Я думаю, ты реально потерял просто границы свои и слишком самоуверен в себе, в своих силах. Мне кажется, это надо как-то исправить. Он говорит, я стараюсь. Отлично. В моих руках появляется шар царя энергии царя Соломона. 1, 2, 3. Ну что, засунуть тебе это в рот? Он говорит, нет, нет, это последняя инстанция, я не сделал ничего превышающего. Тебя кто-то действия. Призывал, тебя кто-то звал. Ты сказал, что это твоя работа, а вот это моя работа, демон. Я не считаю, что ты спокойно должен уходить от ответственности за свои деяния. В этом конкретном случае. Есть вещи, когда я спокойно отношусь, когда демоны заходят к людям, потому что они их призывают, когда они делают какие-то неправильные действия. Здесь ты пришел к человеку, который пожилой, который болен, пытаясь обманом еще заключить какой-то контракт. Я считаю, я тебя должен с разрешения Полины за эту идею как-то призвать к порядку. Чего притих? Полина его спрашивает,
Что и делать, чтобы он не зашел к ней в таком состоянии сна? Я не знаю, как избежать подключки. Я не знаю, Полина. Сейчас мы спросим демона, если ему интересно продолжение его дальнейшего существования. Он вам ответит на этот вопрос. Он говорит, что все расскажу, все сниму. Только не отправь меня на мою волну. Будем проверять. Еще твои контракты. Есть контракты или нет? Шар энергии царя Соломона входит в меня. Итак, откуда у нас гуманоид? Не беру. Сколько ты находишься в этом биополе? 7 месяцев. Какая цель твоего пребывания, гуманоид? Накопить как можно больше разной информации и веществ. Эта оболочка, она впитывает все. Она тебе разрешала это делать? Она тебе давала согласие? У тебя есть контракт заключенный с ней? Я сказала, что помогу, она согласилась. Хорошо, я тебе тоже могу сегодня помочь. В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. У меня тоже для тебя что-то есть, гуманоид. Вот я тебе говорю, я тебе сегодня помогу, чтобы твои страдания закончились. Потому что ты не знаешь, что ты делаешь. Если Полина мне скажет, засуну тебе это в рот, я тебе это засуну и отправлю на твою чистоту. Что туда долетит, я не знаю. Но ты находишься сейчас под властью Полины. Ты в ее биополе. Здесь действуют другие правила. Ты понимаешь серьезность ситуации? Он пытается с кем-то связаться. А у нас не работает связь. Гуманоид. Не работает, он понял. Хорошо. Гуманоид получает удар 500 тысяч герц. Удар. Это так, чтобы тебе скучно не было. Начинаем с реверса энергии. Шар из живой плазмы входит в меня. Я даю команду тонкой копии Полины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я выстраиваю каналы дополнительно к этому голограмме костюму, к этим цепям и к этому шару с отходами. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Полине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она получила от них, возвращается назад. Усилие потоки в 100 раз. Посмотри, пожалуйста, что идет. Демону боль идет. Демону идет боль. Демон любит боль. Демон получит боль. Без проблем. Он чужую боль любит. Хорошо. А мы любим твою боль. Гуманоид, кстати, стоит с дыркой. Он говорит, ты пробил мои тонкие тела. Я еще не пробил. Задумано было 5 миллионов. Дал в 10 раз меньше. Так что это еще начало только. Полина, я обращаюсь к вам. Вы видите эту ситуацию? Да, вижу. Вы хотите наказать демона и гуманоида за то, что они сделали на протяжении всех этих месяцев с вами? За всю эту боль, которую они причинили вам? Как я могу их наказать? Я могу наказать. На только ваше желание. Она не хочет их бить. Отдать боль, да. Бить она их не хочет. И ей интересно, как от них можно защититься. Это мы посмотрим. Если демон никакой ценной информации не даст, он идет в галактическое ядро даже без разговоров. То же самое касается и гуманоида. Хотя куда этот уйдет, я пока еще сам не знаю. Это будет разбираться уже другая инстанция. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Полина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитили, все, что у нее взяли до последней капли, возвращает Полина себе обратно, она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. От этого костюма такой свет идет. Яркий. Хорошо. Считай информацию, сколько этот костюм воровал у нее энергии в процентах. 70 идет свет. 70%. Хорошо, гуманоид. На этом мне больше... Но это не энергии. А чего? Слово жизни идет. 70%. 70% жизни? Жизненных сил. Ах, вот как. Ну, хорошо. У нее тело наполняется энергиями. Как клетка за клеткой. Снизу от демона, а сверху от оболочки. Готово. Хорошо. Сканер, просканируй сейчас Полину. Остались ли какие-то еще необнаруженные энергии, вибрации, чипы, датчики, импланты или конвекторы на частотах интерферентов? 1, 2, 3. И если что-то находится, выводи это из биополя или сжигай на месте мелкие частицы. Пошел процесс.
Да, есть у демона, есть подключки в ногах. Отключаются все подключки, все выводится. Готово. Открывая под ними портал, галактическое дроне уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Включая внутренний белосвет по линии. Этим светом она выдалит из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит, все формируется в шар. Готово. Отлично. Хорошо. Канал у нас сейчас. Открывая портал галактической ядро под этим шаром, он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Канал у нас сейчас выстроенный. Полина, вы помните эту боль, которую вы ощущали все эти месяцы? Вы можете да, ее? Конечно. Отлично. Сейчас я дам команду, и на счет 3 все эти энергии боли вы отдадите по каналам тем, кто вам дал. На счет 3. 1, 2, 3. Пошел мощный поток, вся боль до 100% возвращается назад. Да, будет так, а так и есть. Но гуманоиды начинаются как такие задыхающиеся какие-то хрипы. Что такое гуманоид? Закон кармы не нравится? И у него эта боль вниз распространяется к животу. Хорошо. Все, давайте, Полина. Даю Полине 100% энергии. Пошли потоки, у нее сейчас мало сил. А демона корежит, руки, ноги скручивает. Замечательно. Демон уж боль нравится. Ну вот, демон, радуйся. Она все вернула. Хорошо. Одеваю на костюм голограмму на гуманоида 1, 2, 3. Перепрограммирую на отток 70% жизненных энергий, жизненных сил. 1, 2, 3. Пошел отток до 70%. Столько, сколько забирала голограмма костюм. Она его по частям разрывает. Выключаю. А то не доставим ту конечную инстанцию, эту сущность. Снимаю этот костюм, уходит в соседнюю клетку. Даю команду сканеру на сканирование процента души, полноты души. Пошел скан. 99. Хорошо. Даю команду на счет 3 выстраивает Полина канал к своей частичке 1, 2, 3 и забирает этот процент назад. Да, будет так, а так и есть. Все пошло назад. От гуманоида вернулся 1%. Отлично. Хорошо, демон, твой последний шанс. Полина тебе задала вопрос. Если ты сейчас ответишь на этот вопрос убедительно для нее, ты уйдешь на свою чистоту. Если нет, уйдешь в галактическое ядро. Спрашивает, что сказать. Повтори вопрос. Полина, повторите вопрос. Как мне защищаться, чтобы не подключились больше интерференты? Демон говорит, что он может сказать только за себя. Давай. Пентаграмма в ногах. И все? Нет, печать царя Соломона на Меркабе показывает. Понятно. Это дает им информацию, что она защищена. То есть у нее есть определенные знания, как защищаться. Хорошо, Полина, вы это поняли? Она услышала. Отлично. Ну хорошо, демон. Будем считать, в этот раз ты отделался легким испугом. Повторная наша встреча закончится для тебя фатально. Тебе это понятно? Да, понятно. Отпусти, пожалуйста. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. Демон уходит на свою частоту. Все остается в клетке. Закрывая, печатаю, растворяясь в угольную пентаграмму. Готово. Цепи демона, открывая портал, поднимем галактическое дроне, уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. И этот шар с отходами, открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Слушаю. Я приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у нас здесь гуманоид с Нибиру. 7 месяцев сидел. Человек болен раком. Он надел на него костюм, голограмму. Человек там задыхался. Все, что можно было вернуть, мы вернули. Хорошо, заберем. Благодарю. Мы заберем гуманоида. Его оболочку уничтожить. Под оболочкой, открывая портал в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Что с гуманоидом? Кто его расслабил? Он забрал через эту голограмму костюм 70% жизненных энергий у Полины.
это была перепрограммирована оболочка на гуманоида и до числового значения 70% жизненных сил, причем я остановил буквально очень быстро, как только заметили это отслоение, поэтому минимальное воздействие. Понятно. Они его в какой-то бокс специальный запирают. Хорошо. Готово. Благодарю, Ли. Больше ничего нет в клетке? Нет. Хорошо. Давай теперь перейдем к другой части нашей работы. Нам надо сначала заправить Полину энергией. Посмотри, сколько у нее энергии и какая частота вибрации ей необходима. Сколько у нее энергии или сколько ей сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации? 320 и 25. 320 и 25. На четырёх макушку головы Полины начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3 потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Да, есть. Отлично. Даю команду сканеру. Сканер включает медицинскую программу по обнаружению раковых клеток. Сканирует сейчас Полину полностью и подсвечивает все эти раковые клетки. Сначала подсвечивает. У меня в разных местах. Отлично, хорошо. Я даю команду сканеру. На счет 3 сканер начинает выводить все эти частицы раковых клеток вместе с фантомами этих клеток из биополя. Они выходят и формируются в шар перед Полиной. 1, 2, 3, пошел процесс. Сканер выводит все раковые клетки до 100%. Следы уничтожаются на месте. Добавь еще фантомы туда. Я сказал, и фантомы выходят, раковых клеток. Все выходит. И летит в этот шар. А значит, сканер называет эти клетки непослушные. Непослушные, хорошо. Они не слушают контроль, как сказать, импульсы мозга. Они развиваются сами по себе, и они связаны все между собой. Связаны, имеется в виду, они свой импульс слушают какой-то. Хорошо, как нам понять причину, где этот импульс, как его перестроить, сканер? Убрать сейчас все клетки непослушные. Хорошо, даю команду. На счет 3 все непослушные клетки дополнительно подсвечиваются на всех тонких телах Полины. 1, 2, 3. Оно это они и есть, он их убирает. Отлично. Хорошо, еще включая внутренний белый свет Полине. Полина помогает этим внутренним белым светом сканеру, выдавливает из себя все на этой частоте. Готово. Большой шар? Большой. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Сделаем запрос. Какие нам надо дать энергии сейчас? Апельсиновая будет формировать новые клетки. Тонкая копия должна работать вместе с биороботом. Хорошо. Чтобы воссоздавать их. Пока хватит это и показывает биоробот, как она наполняется. То есть она должна визуализировать это. И заполнять свой организм, представляя, как новые клетки нарастают взамен непослушных. Эта энергия способствует этому, она превращается в новые клетки, соединяясь со здоровыми клетками, восполняет пробел. Отлично. Полина, эта информация была передана для вас. Вы должны активно работать над собой. Именно то, что сейчас было сказано, вы должны это визуализировать, как эти непослушные клетки заменяются на хорошие клетки. Все, что сейчас было сказано, прослушайте несколько раз и обязательно уделите этому времени. Это ключ к вашему лечению и выздоровлению. На здоровые клетки заменяются. На здоровые клетки больные заменяются. Все верно. И она должна это своим силой, намерением, своей визуализацией все это закрепить. Отлично. Хорошо. Значит, мы ничего больше сейчас сделать не можем. Значит, будем возвращать тогда Полину в ее систему биоробот-душа. А ты открой энергию. Хорошо, открываю сейчас поток энергии. Энергия сама находит те места, которые нужны, заполняет их, проходит полная регенерация. Готово? Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, активирую ее биополе Меркабу. 1, 2, 3. Для структуризации энергии Земли и космоса. И воссоздания защитного каркаса. Есть. Хорошо, даю частичку
энергии царя Соломона в эту меркабу, и оболочка формируется сейчас, она становится видна. Печати нужна. И устанавливаю печати царя Соломона. Активирую печать. Готово. Отлично. Хорошо, будем возвращать Полину. Полина, как вы себя чувствуете? Я прекрасно себя чувствую. Мне даже весело. Я чувствую свои мышцы. Энергия, наполненная энергией. Отлично. Не забывайте сбрасывать негатив каждый день. У нас есть обучающие видео. Вы должны работать над собой. Если вы не будете работать, это все рано или поздно затухнет. Вы должны изнутри себя этими энергиями заправлять, визуализироваться. Прослушайте несколько раз этот сеанс, эти рекомендации и старайтесь, как вы можете. Куратор вам будет помогать. Но если вы ничего не будете делать, никакого результата не будет. Благодарю. Отлично. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Полины в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем.